четверг в Самарской области будет ясно, сохранится жаркая погода, осадки не прогнозируются. Днем плюс 29, плюс 34, ночью 21-23, выше 0. Ветер северного, северо-восточного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 32 градуса, ночью плюс 23, ветер северо-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 31 градус в дневное время, ночью 21 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков, дневная температура 31 градус тепла, ночью плюс 22. Ветер северного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, температура воды в реке Волга 19 градусов. Геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.